Две большие перемены в прайсинг планах Flutter Flow. Это Flutter Flow для команд и расширенные функции при плена. Не переключайтесь. Давайте же с вами посмотрим, как оно все выглядит в интерфейсе. Смотрите, вот APK у нас осталась доступна только на плане стандарт, да? И API колы у нас открылись. Нажимаем, смотрим API configuration. Нажимаем Add API call, и здесь мы можем все данные ввести по API и сможем подключить вообще любые сторонние сервисы, которые поддерживают API, соответственно. Вот эта штука позволит расширить вам функционал ваших приложений практически до бесконечности, ребят. Да, два API запроса всего нам доступно на free плане. Но это ж лучше, чем ничего, правда? Следующее, что стало доступно на Free плане это контент менеджер. Раньше он был доступен, как я опишки, только в про плане. Давайте посмотрим. Заходим в Firestore, Collections, и здесь у нас открылась вот эта кнопочка Manage Content. Нажимаем, и у нас появляется окошко менеджера. Смотрите, ребятки, вот здесь будут наши коллекции, да? Вот здесь документы. И когда мы нажмем кнопочку Добавить документ, Add Document, Выскакивает окошко, куда мы вводим все нужные нам данные для документа. Нажимаем Add Document и все, и наш документ будет создан. Это настолько упрощает работу с базой данных, ребята, вы даже не представляете. Потому что, допустим, если нам нужно завести несколько тестовых юзеров в наше приложение, то нужно было идти в Firebase, там создавать этих юзеров, либо сразу же в приложении делать страничку, для добавления пользователя в базу данных. Здесь это упрощает нам работу в разы, ребятки. Теперь давайте рассмотрим планы для команд. Team Plans. Идем в наш дашбордик, нажимаем My Organization. И здесь у нас страничка Create Team, где вы можете создать свою команду. Нажмем на кнопочку, то нам рассказывает, какая информация. Что вы вообще сможете сделать в командах? Пока доступна только функция управлять биллингом, то есть оплатой для всей команды в одном месте. В дальнейшем планируется настройка ролей на чтение или редактирование. Также в будущем будет реализована возможность организовать темы, кастомные виджеты и так далее на организационном уровне то есть скорее всего когда у вас вся команда работает в разных местах она должна хранить все наработки в одном месте вот такую штуку они будут реализовывать и здесь вы можете ввести название своей организации ввести ваш сайт и нажать create team пару уточняющих моментов планы для команд годовые и могут содержать минимум два пользователя также ребята выкатили также ребята прикрепили ссылочку на FAQ по тем планам. Да? Ссылочку я в описании прикреплю. И там будут размещены вопросы, как создать команду, приобрести кресло и так далее. На этом все. Вася на связи. И это канал We Love Flutter Flow. Увидимся.